Так, я знаю этого парня, 3 из 3 выдает. Черт! Чертовы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, Аризон Редрок. Аризон Редрок, какой промокод ты ввел? Промокод ХИК, ХИК. Что ж, и сколько бабла ты получил на старте? Не, чел, я еще ничего не получил, только зарегался. А, сори, я думал, Жирный тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. А, ну что ж. Добро пожаловать, блин, на Аризону Редрок. А здесь находится у вас промокод 200 тысяч. Ведем его на 6-м левеле и разбогатеем. В общем, решил поиграть в GTA. Вот как-то так она выглядит. Ну это, что будет, если CJ сжать в 1000 раз? И как поиграть в GTA 6 уже сейчас? Вот примерно как так она выглядит. Кстати, в игре нет ни звуков, ничего. Скорее всего, диалоги тоже вырезаны. Все звуковые эффекты тоже вырезаны. Поласки... Что-то с поласки происходит, what the fuck? Даже нет субтитров, ничего нет. Игра тупо мертвая какая-то. Ну, вы видите, судя по всему. Знаете, такое ощущение, как будто CJ не приехал не в синих джинсах, а в белых трусах. У Паласки вообще нет глаз, деревья превосходные. Эрнандес. От Эрнандеса вряд ли здесь что-то осталось. Так, Темпенни просто, как будто манекен какой-то ходячий. Ничего живого в этих людях уже не осталось. А видео было создано при поддержке компании 1xBet, где множество спортивных дисциплин, в том числе киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, где вы всегда сможете найти море интересной информации о любом виде спорта. Проходите, регистрируйтесь, ссылочку можно найти в закрепленном комментарии под видео. Ну, я думаю, самое время это начать игру, разумеется. И давайте же зайдем... Хотя бы в аудио чуть-чуть подправим настройки. Как видим, менюшка также изменена. Здесь вместо радио какие-то странные квадраты. Да, все вот как бы так. Ну и, собственно, сам геймплей. Блин, управление ссаное. Кто делает так же, палец вверх. Что это за хрень? Тогда ж... А, нет, там человечек все-таки есть, ладно. Ну, погнали. В общем, думаю, будет интересно в это поиграть, чтобы вы понимали, FPS в игре 1000, 1000, да, не меньше, не больше, 1000 FPS. Машина сама тормозит, но сами прекрасно знаете, что это за баг. И карта, самое интересное, да. Черт возьми, карта вот такая вот. Как вообще понять, куда ехать здесь, я не знаю. Но самое интересное здесь то, что все сохранилось. В плане сюжетной миссии. В плане какие-то механики. Что будет, если я ее забью? Я даже не видел, как дверь открывается. Grove Street Hum. У меня же есть пистолет. О, прекрасная иконка пистолета. Обратите внимание, какая. Какой, ебать, твой прицел? Что это? Ну, очевидно, здесь не будет никаких следов крови. Офисер. Вау. Они неплохие. Господи, что я делаю? Что ставлю? Так, а ну-ка, что там на фотографии? На фотографии какая-то... Размазня, как пятикласснику это рисует. Не, дом выглядит намного симпатичнее, чем в оригинале, на самом деле. Блин, CJ, вообще жалко CJ, честно. Так, ну блин, жалко, что, конечно, нет этих... Ничего нет. Я думаю, если я даже настройки включу субтитры, они будут... Сами понимаете, какие. Микроскопические. Вот так вот. Я называю этот баг-дефект. Так, Биг Смоук вышел, биту достает, он весь зеленый. Господи, Шрек какой-то нафиг. Капец, он весь зеленый. Офигеть! Как можно было так сделать? Так, Свит и Кэндл. Мне интересно посмотреть на других персонажей. Так. Кладбище. Ну, да, в принципе, выглядит как кладбище. CJ как будто в подгузниках. Это что, райдер такой? What? What? Что с вами? Черт, чувак, я не верю, что тебе больше нет с нами. Это всем ты виноват, тварь. Я типа могу так немножко озвучить. Ты посмотри на нее. Посмотри, кого вы превратились? Ты, сжатые текстуры, блин. Да хватит, блин. Ты куда собралась? Ты тоже сжатая. Я вообще-то не сжатая, я бы такая всегда была. Худая. Я не помню, что ты сказала там. Сжатые текстуры, блин, нам не по пути, сука. Ах ты, это та самая, сука. Ладно, все, думаю, хватит. Так, вот братки выходят наконец-таки. И? Баллас, драйв-бай. А, в принципе, нормальный буду. Взрыв. Есть в игре. Офигеть, я в шоке. Они даже взрыв немножко... Как это правильно сказать-то? Сжали. Так, у меня есть пистолет. Так, погнали. В общем, тактика спидрана. Попробуем все быстренько пройти. Так, у меня сразу коп-кар. Я даже не видел, откуда он вышел.
Так, отлично, 3 звезды. Блин, это вот... Что мне действительно не хватало в этой игре сейчас, вот в этом вот микроскопическом сжатии. Так это 3 звезды. Спасибо, thank you very much, как говорится. Так, деспавнен трафик, я не знаю, зачем я это делаю, но просто... Его же все равно не видно впереди. Обратите внимание, какая еще протекстурка, прорисовка. Так, пожалуйста, пощады, пацаны. А, кстати, вообще пешеходов-то нет. А, нет, есть. А, нет, это полицейский был. Вообще пешеходов нет, вот что еще заметил. А как вертолет выглядит? Так же сжато, как и все здесь. Как и все в этом мире GTA San Andreas. О, появился тупо. Вот теперь у вас точно GTA пойдет на абсолютно любом компьютере. Какое у вас не было там, не знаю. i9-990 и связочка с RTX 2080 Ti. Стопудово. Господи. Ой, мы сейчас можем осмотреть дом CJ, кстати, как раз. Почему бы и нет. Так, ну, я понял. Капец. Как можно сделать такую колоссальную работу над таким проектом? И все сжать вот так. Фотоаппарат, what? О, боже. Это уже не тот фотоаппарат. О, да, я, ну... Кто мог подумать, если были бы еще отражения, я бы вообще офигел бы. Но здесь ничего нет. Хорошо, ладно. Да, тупо стоит, сидит лысый. Сидит, чувак, блин, все, блин, сжатые мы. Конечно, блин, сжатые, в какой мир бы мы попали? Я фиг его знает, чувак, это, в общем, 2019 год. 2019 год, GTA 6 уже вышло. Нет, чувак, конечно, я тебя обниму, блин, потому что сострадание тоже нужно выразить. Блин, чувак, возьми с собой пушку, ствол, мы сейчас поедем по парикмахерскую. Может быть, там знают старый лист, как исправить этот дерьмо, мать твою. Да, блин, поехали. Да, я возьму с собой ствол. Если что, угрожаем мы будем, да, чтобы нас исправил. Конечно, все, погнали. Погнали, сучара. Так, ну, методы спидрана. Вот такой взрыв, вот такой вот огонь, чтобы вы понимали, что вообще происходит в этом мире пиксельном. Боже, то, кстати, на удивление, это лучше, чем оригинал. Погнали, еще раз. Скипаем на этот раз и едем к старому рису делать прическу. Еще понять, как ехать вообще. Куда ориентироваться, прилизовка. Я как-то так вот на память чисто ориентируюсь и все. Боже. Боже. Так, погнали, посмотрим, как выглядят прически. Это очень интересно, блин. Старый рис. Господи, теперь он точно Морган Фриман. Точно Морган Фриман, блин. Из Half-Life 1, стопудово. С такими текстурами это 100% матфак. Окей, так, афро. Пожалуйста, удиви меня. Идеально. Блин, слышите? Здешние люди выглядят намного симпатичнее, чем в оригинале. И вот... Мне это больше нравится, желтенькая такая, все хорошо, все нормально. Тут где-то должен быть огнетушитель, правильно понимаю? Его что, вырезали отсюда? Так, сейчас посмотрим, как выглядит еда здешняя. Так, мне, пожалуйста, пиза. Офигеть! Они даже с этим заморочились, жестко. Смотри, какие колбаски. Аппетитно, я, пожалуй, возьму это. Эй, человечек, ты рассказывай, как нас так жали все здесь? Я не знаю, ничего не знаю. Пиццу мне давай, сучанок. Нет, пожалуйста, Райдер, не убивай нас, мы не знаем. У нас тоже какой-то пар там квадратный. Сей, Райдер, успокойся, он не знает ничего. Блин, он все знает, он тут все сжимает. Уходите нафиг, у меня дробовик. Фак. Валим! Упоротая. Так, Сиджи открывает, да. Оттуда уходят 2 чернокожих. Ну, судя по всему, по этой графике, да, 2 чернокожих. Так, здравствуйте, Темпенни, мистер офицер, да, здравствуйте. Ты, блин, ты сжатая текстура вонючая, со мной даже не разговаривай, не смей. Не тыкай меня своими толстыми сосисками, урод. Эй, ты назвал меня черным? Ты назвал меня черным, мать твою? Эй, не ввязывайся со мной, урод. На сигарету, лев против, йоу. Ах ты собака вонючая, я против вас буду голосовать. Ага, окей, все понятно. Эй, здорово, сиди, что они этих тебе представляют? Я не знаю, Шрек, вообще, черт за дела, нафиг. Эй, да не брось ты на них, они, в общем-то, 2 полицейских, коррумпированных, я с ними как бы заодно. Вот, в общем, баллас тоже заменяю и все такое. Ну а ты предатель, что ли? Ничего. Не, я просто Шрек, дед мой, я сел, сейчас мы найдем этого осла, погнали. Едем. Unity Station, отлично. Самая лучшая миссия у GTA San Andreas ever in the world. Вот. Вот что я думаю по этому поводу. Разумеется, для начала мы попробуем пройти ее очень быстро, максимально скип за 7 секунд. Это очень важно. Так. 2 сжатых мужика едут в сжатой машине в сжатую Unity Station. Эй, CJ! Двигайся за поездом. Let's get it! Follow my leaf, да. Пробуем сначала так. Кто знал, что у меня не получится?
Я знал. Сжатый пояс, сжатый УЗИ, сжатый Big Smoke. Да, для него это, конечно, все в шоке. Потому что сжатый Big Smoke, он по дефолту быть сжатым не может, потому что... Господи. Так, получится у меня или нет? На 100 FPS, на 1000 FPS. Это почти нереально сделать. Господи. Давай! Ширнись! А, у меня все закончилось, да? Отлично. Так, давай, еще один остался. Стоячий Вагас просто манекен, он даже не стреляет, он не хочет этого делать категорически. Как-то так, я прошел эту миссию. Кстати, баласы уже не похожи на своих баласов, они какого-то говеного коричневого цвета, скорее всего, это банда говна. Ау! Ну, отступим это, ну так вот. Самая сложная миссия была пройдена столь сжато и быстро. Вот что я считаю, что я думаю вообще по этому поводу. Говно, банда говна. Да банда говна, вы заколебали меня уже. Все, я последнее убиваю. И в общем, ребята, мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А также, если хотите скачать эту сборочку. Что, блин, 1000 лайков набираем, и я ее сливаю для вас в открытый доступ, потому что это жестко. 1000 лайков. Думаю, не так ты много прошу. Все, всем спасибо. Всем пока.